Да. Сейчас давай прямо. У нас на часах 41 минута 30 секунд. Мы уже ждем первых финишеров. Пока еще никто не переступил, никто не взлетел на последний подъем, самый тяжелый. Потому что на самом деле, когда уже силы на исходе, надо преодолеть крутой подъем. Итак, мы ждем рекордсменов, мы ждем, наверное, Виталика, но на самом деле пока не видно. Виталик, Женя или... Еще один Виталик. Полин! Женя! Ау. Полин! Сюда! Мы ждем, смотрим. Смотришь, кто прибежит. Хорошо. Пока мы еще ничего не видим. Но еще до рекорда 4 минуты. Я думаю, что рекорд, конечно, в этом году будет тяжело побить. Виталик идет первый, и он, как альпинисты говорят, торопит для всех. Остальным будет очень легко, потому что легко идти по дорожке, а по снегу и по сугробам очень тяжело. Итак, ребята, мы смотрим. Товарищи судьи, все в ярко-оранжевых и зеленых куртках готовы к приему спортсменов. Фото, видео, все готовы, улыбаемся, товарищи, встречаем. Еще рано пока, но ждем. Итак, кто же интрига, кто же будет победителем в этом году? Смотрим. Кто же из скайранеров преодолеет эту дистанцию первым? Самый высокогорный вертикальный километр в Европе. Может быть и в мире, да? Я думаю, что в мире высокогорный, да? Вообще в Европе мы. В Европе. Когда приезжали сюда европейцы первые года, они пытались пробежать этот вертикальный километр в шортиках. Мы говорим, ну у нас в шортах не бегают. Они говорят, не, ерунда, я побегу. Ну, он потренировался, на следующий день он уже оделся нормально. То есть в шортах здесь не бегают. Хотя погода, конечно, первый год такая суровая. Но, еще раз мы говорим, не бывает плохой погоды, бывает хорошая экипировка. Да, здесь вот все хорошо экипированы. Товарищи судьи, вы не замерзли? Скажем в прямой эфир что-нибудь. Нет. Тепло ли вам? Прекрасно. Товарищи судьи, готовы с медалями? Смотрите, звон медали. Каждый участник получает вот такую медаль. И у некоторых участников уже по 12 медалей. Это будет 13-я медаль. Итак, кто у нас бессменный участник фестиваля? Это Сергей Колышев. Он на всех фестивалях участвовал. А второй бессменный участник – это Владислав Мороз, директор компании Red Fox. И он только два раза пропустил эту дистанцию, потому что первый раз он сходил на Анапурну в это время, а второй раз на Эверест. Поэтому мы ему простим. Вот. Это был тоже своего рода забеги. Вот. Поэтому мы ждем. А тут встречают легендарные судьи. У нас здесь есть судьи, которые были на 13 восьмитысячниках. Сергей Богомолов, альпинист. Кто где он? Где он? Ски-альпинисты. Главный судья. Александр Овчинников, не вижу, где-то он тут. Вот он, в этой оранжевой куртке. Александр Овчинников, да? Так, главный судья, он же заточен, ждет. У тебя ждет, конечно, победитель. Они рядом, мы их ждем. Они идут, мы ждем их. Товарищи, с минуты компания на минуты. Серьезная. С минуты на минуты мы ждем. Чернов, Марков, Шкель. Два Виталика и один Евгений. Минуты. Они должны это сделать. И где они? Где мы ждем? 45. Еще ну, пару минут, вот фотограф будут. Там уже наклонился, вот, который еще впереди пару... стоит. Значит, они уже где-то на подходе. Это не просто пройти вертикальный километр. Понимаете, это, кто не знает, вертикальный километр по высоте. Это порядка 4,5, если я не ошибусь, километра. 3,5 километра, но это набор высоты. 3,5 километра, километр высоты, да. И что? Это очень серьезно. О, товарищи, нагрузка. Товарищи, Виталя! И наконец-то вы являетесь! Девчонки, а можно вас убрать отсюда, чтобы в кадр? Какой пьет! Молодец! Несмотря на какие условия, Виталя! Пробить, Виталя! Так, это финиш, Виталий Чернов. Многократный чемпион. Thank you.
Женя, давай, Женя! Женя, 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 Женя! Женя, 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 Женя! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! В погодных условиях обежали почти на рекорд. Рекорд 43, сейчас они пробежали там 45. 45 с чем-то, да. Молодцы, очень, очень здорово. Держи, если третьего. Блин, можешь меня еще раз? Как он там? Вот это тоже не мой. Ну как они там делают? А, все, вижу. Да, да. Вот так. Да, блин. А? Вот здесь ширик включи. А? Ширик включи. Ну что, ну как? Тяжело. А так хорошо. Погодка такая, да. Я говорю, стиль. И как ты зарисовал? Ван. Жень, ну как? Нормально. Медальку заработал. Ура! Бодрячок! Удивительно, эти монстры, они пробежали только что вертикальный километр за 46 минут. Как будто бы они только что встали, позавтракали и пошли. Даже ни одышки, ничего, ребят. Это какой-то крутый. Тогда давайте интервью возьмем. У него? Здравствуйте. Вячеслав, телеканал ОТР. Да, крутыши у нас. Так, кто третий? Виталий Чернов, Евгений Марков и Виталий Шкель. Они, как всегда, на высоте. Ребята, Олег, делаем фотку. Ваня! Давай! Так, фоткаемся! Камил, прошло 50 минут, уже финишировало более 10. Еще пока девушек пока не видим. Мужчина у нас, конечно, сильнее. Больше 10 участников. 50 минут, несмотря на плохие погодные условия. Здесь спортсмены преодолевают все и практически бьют рекорды. Но не рекорды, но приближены к рекордам. Вот следующий участник.
Бежит следующий участник. Девушка. Это девочка? Девушка? Нет, это вторая. Так, товарищи, товарищи, мы ожидаем рекордсменку. Так они... Нет. Это поднимите. Следующая девочка. Это не видно. Как это так, Лена Кравченко, рекордсменка трассы. Она идет. Красавица, спортсменка. Смотрите, как она идет. Лена, давай, Лена! Лена, давай, Лена, мы с тобой, Лена! Лена, давай! Лена, давай! Лена, давай, Лена! Молодец! Лена, молодец! Лена! Давай поможем, Лена! Открываешь? Лен, холодно? Холодно? Нет? Укрой, да. Давай, ура! Тут хороша была, да? Да, все нормально, конечно. Вы можете достать мне перчатки в рюкзаке, пожалуйста? Так, имел прямой эфир? Да. Хочешь что-нибудь сказать? Да, друзья, всем привет. Погода, как обычно, на вертикальном километре самая вертикальная. Сейчас все высыпет, и 7-го на вершине будет Атас. Смотрим, да. Ждем финишеров. Ждем. Вон уже Ром Барабонов снимает очередных лидеров. Да. А мы пока снимем прекрасную Камилу. Так, пойдем посмотрим, как там Лена. Вот Камила, она отвечает. Здравствуйте. Я сейчас прямой эфир веду. Видите. Удачи. Лен, прямой эфир, ты как? А, все хорошо, я уже отошла. Егор, передай мне номер телефона, пожалуйста. Я вам сброшу материал. Опа, закончится прямой эфир. Давай! Давай, Ира, молодец! Ограниченное число. Нет, с каждым участием. Давай, Марин, молодец! Фамилия есть? Черноусова. Черноусова? Марина, третья. Молодец! Да, девчонки. Девочки, троечка. Да, троечку, девочки. Лену, позовите Лену Кравченко, мама. Лена! Давай! Давайте в спорт. Подарки. Арки, Сашки, давайте трое.
Так, встаем как по местам. Где-то в серединке. Справа и слева. Так, сейчас подожди, бегут только, подожди. Пробегут сейчас. Пробежит, и вы готовы будете. Так. Хоп-хоп-хоп-хоп! Ух ты! Крутишка. Так, девчонки, давайте. Ура! Вы красотки. Все. Еще раз. Шесть рук вверх. Шесть рук вверх. Вот, вот, вот. Ура! У Лены медали нет. Что? На каком месте? После 10 уже? Да. Спасибо. А что сказал? По-русски. Спасибо. Жанна! Итак, финишировала Жанна, которая каждый год приводит сюда больше 20 участников вертикального километра. Бакуева Тим! Жанна, как дела? Жанна, молодец! Жанна, поздравляю! Жанна, кроме того, что участник бессменный тоже. Сколько фестивалей, Жанна? Ты помнишь, что? А что она? 51 года. Да, это история. И причем она приводится каждый год порядка 20 участников. Она их тренирует в течение года. И они у нее бегают. И они у нее завоевывают места. Молодец. Это мощный тренер. Вдохновитель. Да? Когда-то Жанна занималась горным бегом. А потом мы ее позвали в скайранеры, да? Номер, фамилия. У кого-то есть? Тима. А что не объявляешь? Очень тяжело. Надо. И фьюри. Все, вот так. Вот так. Ух ты, да, хочется. Вот так. Прошел практически час, финишировала порядка 30 участников, я думаю, да? Да. Надеюсь, еще не все только что было. Как это десятника Покоева Тим? Вот они, герои. Тренер впереди, как всегда. Они пытаются его догнать. Участников не догнать. Очень плохая видимость и очень сложно объявлять всех участников, которые финишируют. К сожалению, видимость приближается к нулю. Но несмотря на эти погодные условия, они делают свои рекорды. Каждый бьет свой рекорд. Вот он, Юра Курганов, бессменный участник фестиваля. Он чуть-чуть не вышел уже. За час. Юра, чуть-чуть. Час. 47. Вот, ну я стабилен. Стабилен? Сейчас. Стабилен, молодец. Товарищи, давайте, вперед. Давай.
проверить даже номер. О, ветеран финиширует. Колышев, бессменный участник фестиваля. Сергей Колышев, вот он. Посмотрите, как он идет. У него минута. Вот час. Телефон там. Это люди, которые достойны. Каждый пытается преодолеть свой рекорд. Нет. Но, к сожалению, погода вмешалась в покорение рекорда. К сожалению, кто-то ухудшил свой результат, потому что невозможно при такой погоде сделать рекорд. Вы посмотрите, какая видимость. Вы посмотрите, что происходит. Вот финишировала Наталья Мещерет, одна тоже из топовых спортсменов скайранеров из Челябинска. Наташа, пару слов, как шлось? Так, хорошо, молодец. Вот, все. Без слов, потому что тяжело дышать. А кто-то лидеры? Лена 50. А, Виталия 46. Несмотря что люди тренируются каждый день, они каждый день покоряют эти вершины, все равно им не догнать лидеров, которые за 45 минут преодолели дистанцию. Уже 15 минут они проиграли лидерам, уже 19. При этом эти люди тренируются каждый день, они преодолевают. А сейчас мы уже, когда будет час 30, это пойдут уже люди, которые средний темп держат, тренируются иногда, потому что, не знаю, хотят им, не хотят. Ну что, Сергей, теперь расскажите пару слов. Ой, хорошо, наслаждаемся жизнью. 13-й фестиваль вместе с нами, да? Да. Red Fox Forever. Red Fox Forever. А мне какую-то чужую курточку дали. Это моя? А моя? Не знаю. А у меня там вот такого цвета было. А где, у меня? Я тебе давал. А, Инди! Ура-ура-ура! Ожидали, что ты сейчас пойдешь. Ой.